Покажи, что там впереди. Thank you.
Значит, вот кто компас. Этот может перейти море вброд. Не досталось, надо сломать, как капризное дитя. Будь проклят, Люнден. Баудика правильно поступила. Сожгла эти кирпичные сараи. Такое яркое пламя. Просто чудно. Ну что, будешь править на пепелище? Починишь людей своей воле? У тебя есть власть. Ты ее заслужил. В Люндоне мне нечего больше делать. Хватит. Люнден, это только начало. Твоим кораблям не достичь границ влияния Ордена. Не забывай, Триггер, старый друг. Море дает богатство и славу. Но ты лишь раб его приливов. Мы эти приливы. Где? Тот, кому мы столь многим обязаны. Вид у меня, как у полудохлого пса? Не полу, пожалуй. Но кровь на клинке все искупает. Компас мертв. Люнден ваш. Делайте с ним что хотите. Мы все отстроим. Утешим семьи, укрепим стены. И меньше дерева, больше камня. Не смешно, Эрки. Хочу помолиться в тишине. Помолимся вместе. Что ж, до встречи. Надеюсь, вы мне поможете, если будет нужда. Ты хотел найти в Люндоне друга, Эйвор. Нашел двух. Да, Брога. И еще кое-что.
Серебро для твоего вороньего гнезда. Риггер подарил мне этот браслет, но ты заслужил право его носить. Спасибо, Эрке. Это честь для меня. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Эйвор. Люнден с нами, и ордена там больше нет. Хорошо. Хайсон будет рад. Обсудить с Хайсомом новые цели. Держишься молодцом, Эйвор. В Люндоне все люди Ордена мертвы. Его власть там ослабла. Рад это слышать. Только праздновать рановато, потому что теперь похожая беда в Йорвике. Йорвик в руках норвежцев. Найти там союзников точно будет куда проще. Славно, что ты не унываешь. Поговори с Рандви, чтобы отправиться туда. Тебе что-то нужно? Мне уже пора. Ступай с миром.
Посмотрим на карту союзов. Значит, Кэлберт отправился в Широпшир? Да, и там все очень непросто. Шир оказался втянут в продолжительную войну с Родри, королем бритов. Кэлберт рассчитывает заключить мир с западными бритами. Без опыта ему будет трудно. Надеюсь, твои уроки ему помогли. О, да. Но тебе лучше быть с ним на переговорах. Если у Кэлберта все получится, мы обретем союзника. Тогда мой путь лежит в Широпшир. Очень хорошо. Кёлберт с Иваром сейчас должны быть в Кватфорде. Он находится на реке Афен-Хафрен. Если там Ивар, без меня точно не обойтись.